Сегодня у нас 14 сентября. Остановились в Будапеште. Идем утром на завтрак. Отель называется Будапешт. Данубиас. Очень хороший. Высокий, кстати. Посмотрим, какой будет завтрак. Все по кругу идут номера отеля. Так, идем на завтрак. Двери на завтрак открываются в 6:45 утра, поэтому перед ними люди разных национальностей, голодные, хотят поесть, а это такой небольшой холл. Внизу рецепция. Ага, еще не открыли, кстати, время уже 46 минут. Вон они, эти двери. Ждут завтрак. Сейчас будет там во вторую очередь. Это каждый день нормально. Это Дарданелльское ущелье, или как это называется? Дарданелльское. О, да тут малый зал, смотри. Зал-то маленький. Венгры, мадьяры. Так, тут здесь сядем, нет? Нет, не здесь, тут слишком много народу. Мы сначала возьмем, потом сядем. Да, да, да. Поздно. Так, что нам с пойдем, пойдем на кетный, пойдем возьмем. Что такое получается? Или башкир? А вот вода. Вода, кофе. Ладно. В общем, неудобно. Маленький зал, один раздаточный стол. Столпотворение, короче. Вид с номера отеля Будапешт непосредственно на город Будапешт. Открывается прекрасная панорама. Утренний город просыпается. Люди идут на работу по своим делам. Все хорошо в этом отеле, но завтраки, когда на них скапливается с утра много народу, это, конечно, не есть гуд, потому что необходимо ставить несколько раздаточных столов, чтобы не создавались пробки и очереди для получения еды. Плюс еще задержали открытие на 15 минут. Обещали, что допустят к завтраку в 6:45, а открыли в 7 часов. Тоже не очень хорошо. Панорама красивая. Я иду. Рецепция отеля. Непосредственно само здание отеля Будапешт. Колонна. Наверное, 12-этажная где-то.